Санкт-Петербурге правоохранители задержали капитана дальнего плавания, подозреваемого в сексуальном насилии над своей малолетней дочерью. Заявление на бывшего супруга мать малышки написала еще год назад, однако мужчину поймали только сейчас. Еще в августе 2020 года в полицию обратилась 36-летняя уроженка Приморья, живущая на юго-западе северной столицы. Она рассказала, что ее бывший муж, которому на тот момент было 49 лет, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении их трехлетней дочки. Как утверждала женщина, отец стал проявлять нездоровый интерес к ребенку с начала августа. 24 сентября в Петергофе, на улице Халтурина, с оперативниками не разошелся 50-летний капитан дальнего плавания. Его доставили к следователю, который желал видеть мужчину по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Беседа закончилась задержанием, моряка в статусе подозреваемого отправили в изолятор временного содержания.